Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале интернет-магазина frontcam.ru. У нас сегодня на установке автомобиль Toyota Hilux. Сюда мы установили главное устройство от компании Farcar Model S300. На данный автомобиль есть штатное решение, то есть она встает в штатную рамку, без каких-либо дополнительных рамок, и все встает в штатную проводку. А помимо таких магнитол, есть еще магнитол с большим экраном, когда рамка идет вплоть отсюда и до сюда, то есть зато затрагивает, и сюда можно будет ставить с размером экрана 9 дюймов. Магнитола обладает физическими кнопками и регуляторами громкости, а также присутствует дисковод для чтения дисков. В данной комплектации у нас есть кнопки на руле, они целиком и полностью поддерживают работу. Магнитола обладает топовыми характеристиками, а именно на борту имеется 8-ядерный процессор, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 встроенный и имеется свой встроенный модем. USB и разъем под сим-карту, он выведен в бардачок, то есть можете уже тут подключать жесткие диски, либо же флешки. Помимо выхода USB в бардачке, имеется свой штатный USB выход, то есть он расположен здесь. То есть здесь у нас сейчас вот подключена флешка, и сейчас идет воспроизведение музыки именно непосредственно с флешки. В комплектации имеется штатная задняя камера, которая оснащалась с завода, и при включении на заднюю передачу у нас магнитола автоматически переходит в режим камеры. К интернету можно будет подключиться с помощью Wi-Fi, то есть можете на устройство раздать через свое мобильное устройство, либо там точку доступа, либо же можете вставить сим-карту. Здесь множество всяких настроек. Приложение вы же можете скачивать с помощью Play Market. Есть YouTube встроенный, предоставленный. Телевидение уже можете смотреть по интернету, IP-телевидение. Предустановленный Яндекс.Навигатор с возможностью голосового поиска. Телефон вы можете подключить по Bluetooth. То есть для этого вам нужно будет зайти вот в иконку в виде трубки и соединить свое устройство по Bluetooth. Затем вы уже можете выгружать телефонную книгу, адаптированная подсветка дисплея, то есть при включении габаритных огней у нас изменяется яркость самого дисплея и включается подсветка клавиш красного цвета. При желании можно будет цвет изменить в настройках.